Всем привет! У меня сегодня новый маршрут. Я направляюсь на тропу здоровья, которая проходит через Таманский лес. Прекрасная погода и в субботу, и в воскресенье. Я объединила два дня в одно видео. Наслаждайтесь, любуйтесь красотой, оставайтесь со мной. Сегодня в Ставрополе опять плюс 10. И я одета по-весеннему. Вот так. А вот и Таманская лесная дача. И такая вот надпись. Ты забрал свои тарелки. Молодец. Спасибо, белки. Стрючки лежат. А вот посмотрите, еще зеленые какие. Листики на кустиках. Какая тишина. Такое впечатление, что природа наоборот просыпается. Они готовится к спячке. Удивительно. Такие деревья высокие. Как тихо, послушайте. Иди ко мне, малышка. Это ты там возишься? У меня в кармане орешек. На, на, на. На, моя девочка. Как здорово, ты меня услышала. Иди, иди, иди. Иди, на, на. Иди, моя красавица. Я тебя не обижу. Что ты там роешься? У меня вкуснее. Посмотри, какой. На, орешек. Ай, какая красота! Как же хочется орешек! Давай, давай, прыгай сюда на трубу. Малышка, давай. На, на, на. На. На, на, девочка. На. На, красотуля, на. Давай, не стесняйся. Давай. Да, это орешек. Выглядываешь, ушастая, на орешек. Привет! Ты белок любишь? Не обижай. Красавчик. Во! Увидела моя подружка собачку, людей и куда-то спряталась. Где же ты, моя девочка? Покажись. Вы знаете, стою, наблюдаю, как паутина. Вот там вот паутина прям красиво так вот заплела деревья. Жаль, что вы это не видите. Здесь такая труба, я не знаю, газовая, скорее всего. Она очень длинная. Если вы видели видео, как я ходила на Комсомольский пруд, то я шла именно в направлении этой трубы.
она идет в одну сторону, в Комсомольский пруд, а сейчас я иду в другом направлении, в сторону тропинки здоровья. Так что пошли в ту степь. Только хотела уйти, она, вот она, малышка. Она хитрюлька. А, еще вот там она, на дереве. Сейчас меня не оккупируют. Орешков хватит, семечки в кармане. И кошечкам корм есть. Все у меня есть при себе. На, на, на. На, на, малышка. Вот она ищет, как ко мне сюда попасть, запрыгнуть. Это ж так ее этот... На. На. На, моя девочка, не бойся. Не бойся. Крутится, вертится и боится. На. На. А я стучу. Опа, бежит. На. 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 Блохи заели, да? На. Опять побаивается малышка. Иди сюда, иди, не обижу я тебя. Орехи дать не буду, иди сюда. Она лапки подняла и смотрит. Куда опять убежала? Сейчас другой белочке достанется орешек. Как долго я с тобой тут нянькаюсь, а? Давай, иди сюда. На. 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 И хочется. Упс, опять. На. Стоит на меня, смотрит. Куда опять сиганула? А, на трубу с другой стороны, чтоб я на нее не смотрела. На. На. Ну, пожалуйста, давай. Ну, какая хитрюга. Вот хитрюля, я уже через трубу сиганула. А она залезла высоко на дерево, а потом на другое. Ага, не достанешь ты меня, Светлана, да, не достанешь. Да я не хочу тебя доставать, сама придешь. Такое лакомство принесла тебе. На! На, моя девочка, на! На, не бойся. Боится. На. 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 Скачет, как этот, как кенгуру. Иди сюда, иди, 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 иди. Туда-сюда, туда-сюда. Как же ты. А недалеко белка голубая прям. У меня есть видео, где я голубую белочку кормлю. Тоже у меня есть видео. Ну, иди сюда, на. Вот она растерялась. То на трубу, видите, на трубе сидит. О, сейчас уже на ту сторону перебежала. Иди сюда. На, на, на. Лапки подняла, на, на, на. На, на. А не бойся, пожалуйста, ну приди, давай. А, вон она голубая бежит, белочка. Иди, иди, иди. Может, ты попроворней, давай. Так, 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 конкурентка прибежала. Как интересно наблюдать. Ой, 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 ой. Так, вон одна сигает, а вот на ветке другая, голубая. Опа, две подружки-веселушки.
Голубая, на, малышка, на. Иди сюда, иди. Побежала. В общем, ни одна из белочек не захотела ко мне близко подбежать и взять орешек. Диковаты, видимо, эти белочки. И все-таки я в надежде, что я обязательно кого-то покормлю. С рук хочется очень покормить с рук. Прохожу мимо того места, где я спускалась во враг. А там есть бассейн, есть тренажеры, можно заниматься спортом. Это было в начале декабря. Снежок был. В общем, посмотрите видео, кто не видел. Очень интересно, вам понравится. Иду дальше. Вот она, самая тропинка здоровья. Ух ты! Ой, дятел сидит, трудится. Сейчас покажу поближе. Птичий двор Остапик. О, а дятел меня и не боится. Вот он прям вот. Можно руку протянуть и достать. Видно, что-то вкусненькое там в дупле. Чё там вкусного-то? Давайте орешком угощу. На меня смотрит так. Интересно. Да. Ну, не боишься ты меня, смотрю. На тебе еще. Сейчас я ему орешек положу туда. А что там? А, палочка, кукурузная палочка. Сейчас ему орешка дам чуть-чуть. Вот так вот положу сюда. А вдруг понравится. Кушай, кушай. Да, вот такая длинная тропа здоровья. В одну сторону и в другую. Иду дальше. Оставайтесь со мной, будет интересно. Ого, какое мощное дерево упало. Папоротники. Вот такая лавочка. А, посмотрите. Какое дерево упало. И синичка тут как тут. На. Вот тебе семечек положу. Так, а что это такое? Наверное, какая-то дача для детей, чтобы они отдыхали в летний период. Мое такое предположение. А где же надписи? Никакой не вижу, по качеству не знаю точно. Хорошее место в лесу. Я просто вижу детская площадка. Так. Написано лесная поляна, остров детства. Ну, там какая-то табличка вдалеке, зелененькая. Беседки тут разные. Так, написано приятного отдыха. Да, детский лагерь какой-то. Отлично.
Так, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, детский оздоровительно-образовательный центр Лесная Поляна города Ставрополя. Ну как не показать вам такой мох? Какая прелесть, а? О, какой релакс! О, как он мне нравится! Просто красота! А какие краски! Ой, какое дерево шикарное! Дорожка была ровной, а теперь пошли вот такие выкрутасы. Я не знаю, сколько еще идти. До конца, конечно, я не хотела бы идти. Еще немножко я пойду назад. Здесь столько много, да, тропинок, и они так прямо манят. Пойду-ка я сверну с тропинки, с дорожки на тропинку. Что же? Тут такой обрыв просто, мне прям интересно. Ой, у меня есть такое видео, где я чуть не заблудилась. Чудом каким-то вышло, по милости Бога. Вот. Иду. Куда тебя несет, Светлана Владимировна? Ну, куда ты идешь? А все тебе интересно, да? Ты сегодня не в кроссовочках. Ой, какой спуск тут крутой. А деревья наклонились как. Ой, как же интересно. И все хочется снять да показать. А памяти в телефоне не так много осталось. Ай, какие деревья. Ух, ребята, вы чё так? И они вот держатся за счет тех стоящих. Ой, вот тут тоже корневая такая обрублена. Обломалась, вернее, корневая система. А мох какой опять красивый. Ой, прелесть. Ой. Семечки тут держу в кармане. Ну, какая красота. Ой. Какая прелесть. Сюда слышу, как журчит речка. Ой, как же красиво, как тепло. Прям как будто весна пришла. Ой. Тишина такая, птички. И речка журчит вдалеке. Но я туда, пожалуй, не пойду. Нет. Не пойду. Возвращаюсь. Ой, как здорово! Я дошла до конца этого маршрута. Вот здесь где-то заканчивается тропинка здоровья. Тут вот тренажеры сейчас начнутся. А там уже высотные дома. А здесь, кстати, старые дачи видно, что-то тут заброшенное такое. Ух ты, голуби полетели. Целая большая компания. Так, вот они, тренажеры. Так. Вот они, какие тренажеры. Здесь приходят и занимаются. Так. Хочешь здесь посидеть? Ну, давай. А здесь уже закончилась, да, тропа здоровья? Да, она где-то так считает, что здесь заканчивается. Ну, мне говорили, да, какой-то больницы и вот все. Вот это и есть третья больница. А, ну все, я так и поняла. Угу, спасибо. Раз я вышла на тропу здоровья, давай, Светлана, подкачивай ножки. Ой. Попробовала, вы знаете, мне понравился такой тренажер. На Комсомольском пруду я не видела такого. Интересно, вот это вот для чего? Вот эта ручка. А, может приседать? Не знаю.
это все, что от снега осталось. И вот тут еще одна кучка. На, моя девочка, на. Маришек, на. На, не бойся. На. Давай, моя девочка, красотуля. Давай. Опс. Ага. Давай. И бегом. Благодарю вас за прогулку со мной. До встречи. Спасибо за лайки.